Легитимность, прозрачность и безопасность – это главные условия избирательной кампании 2021 года. Сентябрьские выборы пройдут под строгим контролем Роспотребнадзора и Общественной палаты. Театр оперы и балета на 3 дня станет центром общественного наблюдения. Следить за процессом голосования на специальных экранах смогут представители кандидатов, партии, наблюдатели и журналисты. Видеостена будет транслировать актуальные данные со всех избирательных участков. Стена, на которой вот будем получать сразу информацию, просматривать, да, и это будет именно с участков, с разных участков. На избирательных участках будут соблюдены все противоэпидемические меры. Там будут маски, перчатки, индивидуальные ручки, антисептики для обработки рук и поверхностей. Роспотребнадзор рекомендовал организовать 2 входа и координировать потоки людей. А записи с избирательных участков будут доступны политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, а также по заявке другим участникам избирательного процесса.